Весной, летом нет воды. Осенью там нет топлива. Они из года в год повторяются, на юге будет проблема с электричеством и так далее. То есть это очевидные системные проблемы и необходимы структурные реформы. Я хочу сказать, что сейчас на юге вообще ситуация с водой, особенно в Алматинской, Жамбулской, там, где особых серьезных проблем не было, проблемы есть, серьезные. Никто этим серьезно не занимается. Каждый год одно и то же. То есть нет структурных реформ. Вы говорите, почему там хлопок не перерабатывается, почему там по тканям нет. Опять же, структурные реформы в отраслях, в сельском хозяйстве, в легкой промышленности, к сожалению, далеко отстают от реалий сегодняшнего дня. Очень серьезно отстают. То есть этого нет. Я вот прошу прощения, что вот как бы критикую. Пожалуйста, пожалуйста. Критикую. Да?